Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. Зі мною в студії мій колега журналіст Дмитро Василець та голова правління правозахисної організації Центр свободи слова Дмитро Тодоров. Вітаю вас, шановні. І Дмитре, ти щойно повернувся з Брюсселю, брав участь в слуханнях з питань свободи слова, які відповідно проходили там, в Європарламенті. Розкажи, хто ще з українських колег був у залі, і, якщо не секрет, про що ви говорили? Ну, на самом деле, Руслан, там тем было очень много, и вот из украинских коллег был Павел Волков, вот, мы с ним тоже выступали, то есть, знаете, интересный такой парадокс получается, в Верховной Раде мне и тебе, кстати, тоже не дали слова, но в Европарламенте нам все-таки дали слово, то есть, получается, как бы, странная какая-то вот такая вот ситуация, но тем не менее. И там посвящены были вот эти вот парламентские слушания не только проблемам слова в Украине, а и в Европе, потому что в европейских странах достаточно тоже есть много серьезных проблем, и об этом тоже говорили местные журналисты. Особенно это касается балтийских стран, там Эстония, Латвия, Литва. И здесь вот для меня был вот нонсенс увидеть все-таки некие параллели между процессами, которые происходят у нас в Украине и, например, сейчас происходят в прибалтийских странах. Потому что вот если мы посмотрим на последние инициативы так, Ткаченко и вот этого Бородянского, ты же присутствовал как раз на заседании, вот, когда вот были парламентские слушания в Украине, там как раз хотят сделать такую ситуацию, при которой рынок будет якобы регулировать средства массовой информации. То есть они хотят уничтожить средние и мелкие средства массовой информации, оставить только крупные. И вот уничтожение, оно будет отведено не какому-то отдельному органу, а это будет рыночный такой, знаете, инструмент. То есть вот это такая интересная особенность цензуры по-европейски, когда получается маленьким средством массовой информации и средним очень тяжело конкурировать с крупными. Но это еще не самое важное. Например, если брать опять же те же прибалтийские страны, то там к рекламодателям, если вот там в газете, журнале, телеканале и так далее, дает какая-то компания рекламу. И эта газета или там телеканал не устраивает власть. Власть просто звонит рекламодателю и говорит: слушай, у тебя могут быть проблемы, но их можно избежать, если ты перестанешь давать рекламу вот в этом СМИ. И таким образом финансово загоняют в угол. Дякую. Нагадаю глядачам, что я теж в ці дні їздив в Фінляндію, в Хельсинки, де теж був учасником міжнародної конференції з приводу фейків, використання фейків в інформаційних війнах в країнах Євросоюзу. І теж буде потім і частина виступу пана Васильця, частина того відео, яке я привіз звідти з Хельсинка. Пане Дмитре, ви як керівник такої знаної, знаменитої організації «Центр свободи слова», як ви трактуєте свобода слова при Порошенку, яка тоді називалася «Нечувана свобода слова», і свобода слова при Зеленському? Ну, во-первых, Руслан, я хочу высказать благодарность вам, вот этим людям, которые непосредственно принимают очень активное участие в отстаивании свободы слова в нашей стране и пытаются донести это на таких международных площадках, как вот в Брюсселе и там в Европарламенте, и ну, где получается. Дякую. То есть, але питання было про порівняти. Теперь, да, да. Ну, сейчас на самом деле сравнивать еще очень рано, потому что тут, ну, Зеленский, по сути, еще, ну, очень мало, скажем так, при власти. Я бы потом, чтобы не было поздно. Ну, согласен с тем, что может быть потом поздно, но дело в том, что то, что было при Порошенко, мы все как бы уже неоднократно об этом говорили, да, и многие это все проходили, в том числе и ты, и Дмитрий. То есть сейчас ситуация, ну, скажем так, не улучшилась. В тюрьмах достаточно много людей, многие, ну, вернее, это, скажем так, даже
практически все те, кто... Жодної кримінальної справи не закрито. Не закрито. В тому числі проти Дмитра Васильця, да. Проти мене. Вася Муравіцький під домашнім арештом. Вася Муравіцький вже полтора года так і сидить під домашнім арештом. І, ну, як би, це якийсь... Ну, це вже доходить до маразму. Чоловік полтора года сидить під домашнім арештом і не може добитися ніяких от... До речі, 29 листопада буде чергове судилище проти Василя Муравіцького. І ми, чи від нас обов'язково буде присутній журналіст там на судовому засіданні, і ми покажемо нечувану свободу слова уже в виконанні пана Зеленського. Да, поэтому, собственно говоря, сейчас как бы какие-то выводы сделать очень сложно, и может быть своевременно, но в то же время действительно не хочется, чтобы получилось уже очень поздно. Будем надеяться, что все-таки как-то оно поменяется. Сейчас видно, что у власти очень много других забот, они какие-то принимают непонятные одиозные законы, какие-то принимают решения, которые на самом деле только опускают их рейтинг и опускают их популярность. Ну, в частности, вчерашний закон по поводу снятия моратория земли. Ну, по поводу свободы слова пока что без изменений, к сожалению. Дякуємо. А нас, журналістів, найбільше хвилює свобода слова. І у вас зараз, глядачі, є можливість подивитися частину виступу Дмитра Васильця в стінах Європарламенту, які, власне, стосуються цього надзвичайно актуального для нас і для вас питання. Если мы произносим формулу «свобода слова», то важно понимать, что наличие такой свободы – это залог развития общества. На сегодня свободу слова пытаются ограничить, и делают это как минимум тремя основными способами. Первый – это искажение информации в СМИ, дефамация истории, откровенная ложь и фейки в отношении тех, кто говорит правду. Второе – это открытое насилие, запреты и репрессии кучкой узурпаторов по отношению к тем, кто говорит в интересах большинства людей. И третий – это законодательные инициативы, ограничивающие книгоиздания, теле- и радиовещания, кабельные и социальные, к сожалению, сети тоже. Пан Дмитрий, я от спостерігав за лицями людей і їхньою мімікою, які сиділи поряд з вами. Ну, у мене таке відчуття, знаєте, що вони синхронно і хронічно глибоко стурбовані станом свободи слова. От, а ми, відповідно, глибоко стурбовані їхньою глибокою стурбованістю. Чесно, яка от ваше відчуття, яка реакція була в залі після на ваш виступ, і чи ви сподівалися на таку реакцію? Но дело в том, что несмотря на то, что возле меня сидели люди, которые заняты были там, возможно, и какими-то другими процессами, делами, кто-то готовился к речи, кто-то повторял текст, который там вот скоро будет озвучивать и так далее, мы сейчас это оставляем за скобками, то реакция была достаточно позитивная в плане именно конкретики. Потому что, знаете, очень важно, чтобы вот эта вот болтология, когда вот просто собрались люди, поговорили о чем-то и ничего не происходит, чтобы как-то менять ситуацию, как-то вот создавать практические инструменты для влияния на процессы, которые происходят внутри Украины. И поэтому здесь у нас был после всего этого дела, после моего выступления, очень конструктивный диалог с евродепутатами, с этой партией «Зеленых» и левые партии, которые были представлены евродепутатами на этих парламентских слушаниях. И здесь очень важно понимать, что мы договорились за... создание инструмента, который все-таки имел место быть в Украине и в некотором роде обеспечивал бы безопасность журналистам, во всяком случае, которым она угрожает. У нас в Украине таких, к сожалению, достаточно много. И мы как раз вот говорили о том, что интересно было бы все-таки поработать в направлении отправки по программам Европарламента ряда украинских журналистов для того, чтобы европейские ведущие издания поделились своим опытом, чтобы эти журналисты могли непосредственно коммуницировать и даже в некотором роде работать там. И обмениваться информацией для того, чтобы вот эти программы между украинскими СМИ и европейскими, они работали, и чтобы мы их создали. И вот процесс создания вот этих программ между крупными европейскими СМИ, которые, кстати, на дотациях сидят, того же Евросоюза, очень многие, чтобы у нас была какая-то коммуникация между ними. И тут очень много, на самом деле, работы. И я вот даже не хочу сейчас много наговорить в этом направлении, потому что это все на таком достаточно начальном этапе, но тем не менее. Пан Дмитре, а вам доведеться, як то кажуть, користуючи вас термінологією, много наговорити, бо тому що в мене буде для вас уточнююче запитання, яке випливає з того, що ви сказали, що все ж таки більшість
хто нам співчуває, ну, маю на увазі правдорубам, журналістам, блогерам, громадським активістам тут в Україні, які переслідуються, це, власне, ультраправі. Хто, як не зелені чи представники лівих партій, в Європі бачать небезпеку від приходу, ймовірного приходу, а там, по суті, вони вже зайшли практично всі парламенти Євросоюзу, правих і навіть ультраправих. Яка їхня точка зору стосовно того, що у нас ультраправі не просто, скажімо так, процвітають, а ще й фінансуються державою, вони, як то кажуть, калічать журналістів, вбивають журналістів, і при тому правоохоронна, а називаємо її чесно, владоохоронна система навіть не розслідує жодного факту вбивства чи побиття журналістів. В тому числі от, проти вас стартували неонацисти, проти мене. Ну, здесь, опять же, в моем тоже докладе я четко говорил о том, что главный заказчик нападений на журналистов, атак на журналистов, убийства журналистов, и в том числе и фабрикация уголовных дел против журналистов, это конкретно либо это промышленные олигархические группы, либо это конкретные чиновники, которые сидят в высоких властных кабинетах. И вот именно здесь кроется вот сама причина, почему у нас такая ситуация в Украине не только в отношении журналистов, а и в отношении других людей, там рейдерство тоже у нас очень активно развито, потому что люди, которые вот заказывают вот эти конкретно процессы, они не хотят наказывать своих исполнителей, которым они поручают выполнять те или иные противозаконные действия. Потому что они понимают, что в законодательном поле они, например, со мной, с тобой, не могли бы ничего сделать. Для этого им нужны те люди, вот знаете, вот сейчас вот на роли вот этих... Инструмент репрессии. Да, вот инструмент репрессии — это разные маргинальные... Сброя, вот по сути, это сброя. Организации вот эти псевдонационалистические, потому что национализмом там просто не пахнет. И... их просто используют для того, чтобы они выполняли преступные приказы. И им, конечно же, гарантируют при всем при этом неприкосновенность. Мы сейчас это видим конкретно вот на деле Стерненко, когда ну, настолько уже явно и открыто, и уже всем очевидно, что с самых высоких кабинетов, даже с кабинета генпрокурора, ему, по сути, дали карт-бланш. То есть ему, по сути, простили убийство, получается. И вот дело до сих пор не расследовано. Уже прошло больше года, и ничего не происходит. Все мы знаем, например, когда нападали на журналистку Антонину Белоглазову из издания «Ширинет». Все мы это видели. Есть видео, есть там адрес того человека, кто нападал. Все есть. Все передали в полицию. Никакой реакции. Такая же ситуация и Владиславом Бовтруком, журналистом страны ЮА. Прекрасно, всім ми звісно. Добавлю проти мене теж, вірніше, я стільки разів писав заяви, законосоціальний громадянин, жодного разу поліція навіть додатково мене не викликала для відібрання мене пояснень. Тобто, я к тому вже говорю, що случаїв таких, от в твоєму випадку, тобто їх маса. Люди, которые это делают, они тоже известны, где они живут, как они выглядят, в какие даже кафе они ходят. И просто прокуратура, поліція, СБУ, они играют на их стороне. Если вот по логике в нормальном государстве, они должны играть на стороне народа, на стороне граждан Украины, на стороне законодательства, Конституции, криминально-процессуального и криминального кодекса. В этом же случае мы видим, что они откровенно покрывают преступников. И это конкретные должностные преступления ряда лиц. Но на них, опять же, закрывают глаза. Почули вас, я хочу додати, що в даній ситуації держава не просто їх використовує, а вона ще їх фінансує. Нагадаю, що... кістяк активістів з С-14, є така парамілітарна, ультрарадикальна організація «Січ», будь-то її називають С-14, вона очолювана сумнозвісним Євгеном Карасем, вона, по суті, створила кістяк муніципальної варти міста Києва, яка фінансується, тобто, нами з вами, як платниками податків. Пане Дмитре, до вас запитання буде два. Перше запитання – це… Розкажіть більше про вашу організацію «Центр свободи слова» і під тим кутом, які дії «Центр свободи слова» може протиставити у цьому розгулу неонацистських організацій тут, в Україні, і їхнім репресіям проти нас, журналістів. Ну, смотри, Руслан, я сейчас хочу сказать просто вообще в общих чертах о свободе слова. Да? Это как бы тема, которая будет, ну, наверное, вечной, потому что свобода слова – это подразумевает под собой ну, очень много тезисов. И вот я думаю так, понимаешь, что если мы молодая держава, а мы сравнительно молодая, да, то
все-таки нужно брать пример из тех стран, где эти положения, как бы, они очень хорошо учитываются и соблюдаются. Да? И если для нас, например, сейчас там главным ориентиром является там США, да, то хорошо, давайте тогда возьмем... Ну, наш заокеанский куратор. Да, да, заокеанский куратор. Только порой, понимаешь, порой кураторов надо не слушать, а смотреть, что кураторы делают у себя дома. И делать так, как они делают. Потому что советовать они могут одно, а у себя дома делать... Ну, Дональд Трамп теж показав із ситуації, що там чітко поляризовані теж ЗМІ, які чітко мають обслуговувати інтереси республіканців, які чітко обслуговують інтереси конгресменів від демократичної партії. Ну, смотри, свобода слова, так, таковою, понимаешь, от... тезис, который можно разделить, грубо говоря, на три ветви. Одно – это как бы свобода слова, для политики это, в политике это оппозиция, а для людей это тот же референдум. Да? То есть вот эти три направления, они подразумевают под собой свободу слова. То есть пресса не зря называется четвертой властью, потому что она как бы находится в политической области, в оппозиции. Да? То есть есть провластные средства массовой информации. Четвертая влада. Я же говорю, четвертая влада, да, которая, собственно говоря, тоже претендует на свои какие-то положения. И, естественно, если это соблюдается, то ну, зачем нужна вообще свобода слова, референдум зачем нужен, зачем нужна оппозиция в политике? Для того, чтобы понять, что происходит в обществе, правильно? Какой накал идет, что общество хочет, на самом деле, что общество думает. То есть эти процессы должны делаться для того, чтобы понять, ну, как бы выявить обратную связь от народа. Понять, что там происходит. Если у нас будет только узконаправленная свобода слова, которая будет работать только, грубо говоря, в тандеме там, с властью, да, и исполнять только, ну, как это было при предыдущем президенте, собственно говоря, мы ничего другого не слышали. Если, ну, только там социальные сети могли как-то высказать. При слове «не чуло на свободу слова» да, усмехались на Европарламенте. Да, да, да. Ну, только единственное, там социальные сети могли как-то еще где-то что-то высказать, какие-то, ну, площадки, где люди могли высказать какие-то свое мнение. Но при этом, при всем, колоссальные аресты, преследования и угнетение, это все происходило. То есть, ну, как бы... Повертаюсь до того питання, що я задав. Да, ваш центр свободи, очолюваний вам центр свободи слова. І що би він міг, взагалі, чим він так більш детальніше, чим він займається? І чим би він міг допомогти рядовим журналістам, коли вони, скажімо, їх репресує влада руками тих самих неонацистів? Угу. Ну, смотрите, наша общественная организация, она была создана в довольно-таки, ну, тяжелые времена, грубо говоря, это там, вот, по-моему, в 16-м году. То есть, ну, главной целью этого, как бы, этой работы общественной организации, это была помощь именно тем людям, которых уже репрессировали. То есть, которых... осудили, которых посадили в тюрьмы, то есть, которых преследовали. Мы хотели, ну, в первую очередь, как бы, мы, как, ну, такое узкое направление держали. Мы хотели создать этот, как бы, ну, можно назвать архив или там список людей. Почули, почули, да, вас. Да, чтобы как бы рядовые граждане могли зайти и посмотреть действительно, что происходит. Что вот вам, пожалуйста, по фактам, по фамилии люди, которые... Такие реестр. Которые, да, реестр, которые вот этого человека за это, этого человека за то, за то, за то. И которых осуждают, я сейчас, секунду, которых осуждают, очень важный факт, по очень тяжелым статьям. Очень тяжелыми статьями. Пане Дмитре, я настільки знаю, ви тривалий час теж співпрацювали з Центром свободи слова. І, власне, в чому ваша допомога? І, можливо, трошки більше розкажіть, продовжуйте, власне, то питання, яке задав пану Дмитру. Конкретна допомога, власне, уже в'язням сумління. Ну, як я ощущал, да? О, до речі. Ну, да, действительно так, потому что организация мне очень серьезно помогла. И уникальность работы с этой организацией, она заключалась в том, что я, сидя в тюрьме, сидя в СИЗО, получается, имел возможность доносить оттуда, прямо из СИЗО, свою точку зрения, свою правду. То есть, условно, я, когда находился в местах лишения свободы, писал от руки текст.
мою позицию в отношении моего приговора, моего ареста, там, аргументации материалов уголовного дела, там, нарушений процессуальных, нарушений логических, в принципе, моего уголовного дела. И я это писал от руки и через своего адвоката передавал в общественную организацию «Центр свободы слова». А они уже публиковали этот материал у себя на сайте и вот говорили о том, что вот конкретно человек, вот под свое обвинение он вот аргументирует это свою позицию так-то, так-то, так-то. То есть, чтобы каждый человек мог зайти и просто ознакомиться с вот этим невероятным уровнем абсурда, когда дело сфейковое, когда дело сфабриковали, и вот, чтобы вот люди понимали масштаб вот этой трагедии. Также вот мне отправляли и передачи в тюрьму всякого необходимого. Также это было и информационное... Ну, знаете, дуже приємно, коли про тебе хтось дбає. Также это было информационное освещение на международной площадке, это очень важно. Также они приезжали в суды, делали стримы судов, хотя суды назначали там в самых ужасных этих селах в Житомирской области. Тем не менее, вся эта работа, она вроде как само собой разумеется, но, знаете, за всеми этими действиями конкретно стоят люди, это волонтеры, которые достаточно грамотно и качественно ее выполняют. Тем более не только в отношении меня, и в отношении других политзаключенных. Причем при всем при этом абсолютно бесплатно, без денег. Я ни копейки этим людям не заплатил. Вы хотели что-то дать? Было коротко, бо мы переходим. Я очень коротко добавлю. Просто не хотелось, конечно, в целях пиара говорить, что мы... Очень... Если добрую справу робили, то чему? Ну, добрую справу, да. Единственное, о чем, ну, как бы отчасти сожалею, о том, что... Это точно могу утверждать, что все работали действительно на общественных волонтерских началах. У нас не было поддержки никакой. Все, а что сожалеете тогда? Ну, потому что мало смогли сделать. А. Понимаешь, Русь? Каждый человек занят какой-то своей работой, пытается заработать на хлеб насущный. Это чтобы... работа. Да, да. А и очень мало получается возможности уделить общественной деятельности. А понимаешь то, что люди находятся в очень-очень тяжелых условиях, там, в тюрьмах, в СИЗО, или там под каким-то ограниченным ограничением свободы действий, пытаясь помочь, но не на все хватает сил, времени. Дякую вам за відверто. Я не вважаю це, як то кажуть, піаром, тому що це реально підкріплено вашими справами. А це дуже важливо в наш час виділяти частку, коли треба дійсно і сім'ю годувати, то подібне, виділяти частку свого вільного часу, щоб допомогти дійсно тих, кого репресували. Зараз я хотів би, власне, трошки переключитися на іншу тему. Я нагадаю, я був теж на конференції понеділок прилетів в Хельсинки, і у вівторок я виступав там теж. Зі мною був представник Національної спілки журналістів України, це Сергій Томіленко. І я його записав інтерв'ю з ним. Ми позаписували ще англійською мовою інтерв'ю з іншими учасниками конференції, але про це згодом їх треба було обробити. А зараз так терміново ми вирішили саме Томіленка коротенький синхрон вирізати з інтерв'ю, який стосується надзвичайно великої проблеми, яка йде стосовно нас, журналістів, з боку влади. Дайте, будь ласка, синхрон Томіленка. Нас надзвичайно тривожать оці ініціативи, які вже записані в указі президента, як доручення в експрес-режимі розробити закони, які можуть суттєво дати повноваження держави на медіарегулювання, на відповідно утиски журналістів або медіа під певними голосними там формулювання, як боротьба з недостовірною інформацією і інше. Тому наші європейські колеги, вони підтримують те, що необхідно організовувати владі максимально широкі дискусії, коли вони хочуть запровадити будь-які зміни в медіа або інформаційне законодавство і досягати порозуміння і сприяти, щоб була довіра. Фракція «Слуга народу», як ви зрозуміли, я трошки деталізую те, що сказав пан Томіленко, фракція «Слуга народу» розробляє закон про ЗМІ та соцмережі. Пропонують об'єднати чинні закони про медіа, обмежити монополію і заборонити росіянам володіти українськими ресурсами, медіаресурсами. Яким чином регулювати онлайн-видання та соцмережі, поки що не визначилися. За словами голови Комітету з гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка, якщо мова йде про
платформи загального доступу, то вони також повинні платити податки, оскільки отримують прибуток на українській території. Невідомо, від себе додам, невідомо, яким чином можна вплинути на Facebook, на Google. Це монстри, чий прибуток набагато перевищує загалом державний бюджет і річний дохід всіх тут в Україні. Але пан Томіленко, до речі, його теж симптоматично, що його посадили разом, не повірите, з Танзанією. Тобто, таким чином, європейці нам ніби підсказали, де наше місце у питаннях свободи слова. І зараз, будь ласка, пане Дмитре, прокоментуйте ініціативи Вічно Зеленої команди. Руслан, я хотел бы, знаете, рассказать немножко издалека, зайти немного издалека. Вот я понимаю вообще, в принципе, что вот когда журналисты обговаривают тему свободы слова, то, например, я думаю, зрителям непонятно, почему же не обсуждать более важные проблемы, например, рынок земли, войну на Донбассе и прочие такие важные, там, бюджет на 2020 год. И здесь хотелось бы сразу зрителям сказать, если, например, не решать проблемы с свободой слова, вы просто не узнаете о том, что и как будут принимать и «Слуги народа», и любые другие политические партии. Потому что здесь очень важно понимать, что если конкретно не будет журналистов, которые будут иметь возможность освещать эти события, то люди просто не будут понимать, что происходит на Донбассе. Они будут не знать, продают землю или, может, ее уже давно купили, продали уже 100 раз. Они просто не будут понимать вообще, кто там за что, какие бюджеты отвечают, кто там на чем ворует и так далее. Я понимаю, что сейчас очень такая ситуация, когда СМИ может мало на что повлиять. Потому что если, вот, например, рассказали про конкретного коррупционера, сделали расследование, показали и так далее. Если всплыл какой-то коррупционный скандал и так далее. И действительно, а что дальше? Во всяком случае, хотя бы это констатация конкретного факта, это фиксация определенная. И можно уже сделать какие-то логические выводы, как вообще устроен мир, как устроено наше общество и где вот этот ориентир справедливости, куда двигаться, для того, чтобы уже человек мог проанализировать, ага, если вот эта партия, этот политик, этот там олигарх сделал то-то, значит уже точно он ничего хорошего для Украины не сделает. И это уже будет логический какой-то вывод. У людей тогда вообще появляется возможность критического мышления. И именно за это сейчас идет борьба и в Европарламенте, и в Верховной Раде и так далее. И именно поэтому журналисты находятся под таким, знаете, между молотом и наковальней. И это действительно опасный и сложный процесс, но без этого процесса мы просто не будем понимать, что в реальности происходит в нашем государстве и как реально повлиять на процессы. И нами будут постоянно пользоваться. Поэтому я думаю, что вот сейчас у нас в Украине сложилась такая ситуация, что журналисты поделились на несколько каст. Есть грантовские журналисты, которые априори там очень большим трудом говорят правду, а если говорят, то только потому, что выгодно их хозяину, чтобы они эту правду озвучивали. У нас также есть СМИ, которые подчиняются олигархам и промышленным группам, которые отстаивают их интересы. Но опять же, есть, уже появляется вот этот класс журналистов, интернет-журналисты, блогеры и так далее, которые, на которых уже нет такого рычага давления и вот такого рычага цензуры, и которые могут достаточно понятно, объективно и конкретно людям доносить информацию и стараться это делать максимально непредвзято, максимально, знаете, от первого лица. И это, конечно, хорошо, но это надо отстаивать, потому что мы видим те же инициативы Ткаченко, вот этого. Мы можем говорить по персоналям. Например, Ткаченко – это 1+1, Коломойский – такая-то промышленная группа, Бородянский – это Пинчук, это конкретно его промышленная группа. И эти люди, они хотят ограничить возможность журналистов доносить до людей информацию. Они хотят сохранить вот это монопольное право на правду. Но у них правда не совсем та, которая у людей. У них правда, условно, с точки зрения Пинчука и Коломойского, но это далеко не та правда, которая наша, которая народа Украины, которая большинства. И поэтому крайне важно, чтобы вот эти вот маргинальные, одиозные олигархические структуры или заграничные хозяева не имели возможности узурпировать вот это право озвучивать мнение большинства народа.
Дякую, почули вас. В мене, як телеведучого, немає можливості навіть зараз опонувати, тому що реально ви характеризували стан ситуації свободи слова зараз. Але, говорячи про перспективи і порівнюючи те, що зараз говорила «зелена команда», угу, в тому числі президент і керівник його офісу, пан Богдан, що вони не потребують журналістів, вони хочуть напряму комунікувати з народом. І погодьтеся, пане Дмитре, коли, скажімо, той самий президент десь у Фейсбуці чи в Ютубі розміщує свій виступ, а під ним пост йде указ президента, це, по суті, нема так, як колись, що був там цар, там, чи князь, чи секретар ЦК Компартії, і він потребував ретрансляторів. Зараз реально, завдяки соціальним мережам, вони скорочують процес донесення прийнятого рішення, грубо кажучи, миттєво. І нам, журналістам, яким чином на це реагувати? А можливо, ми дійсно слугом на те, щоб нас ігнорували, і майбутнє не за журналістою, не за журналістикою, а просто за, як сказав пан Дмитро, за прес-службами тих чи інших олігархів, які просто будуть хвалити свого і беззастережно критикувати конкурента. Ну, діло в тому, що ми зараз тільки наблюдаємо, розумієш, якісь новшества в плані там, от, была коммуникация через какие-то цифровые технологии дозволяют. Да, да. А теперь можно селфи снять там или что-нибудь, или к себя заснять, и типа обращение к народу. Вот видите, я к вам поближе, как бы, знаешь, такую имитацию. А оно працює? Имитацию, да, оно працює, конечно. Ну, мы видим, как спрацював фильм «Слуга народа», да, очень эффективно спрацював, что как бы 73% там населения. Ваш прогноз стосовно розвитку журналістики? Як... Я хочу сказать то, что коммуникацию с олигархическими группами, вот как сказал Дмитрий, понятно, что это будет коммуникация через пресс-службы. Коммуникацию с народом, я считаю, что могут организовать только журналисты, а могут организовать только какие-то телеканалы или другие средства массовой информации. Вам не подобается, когда президент напрямую звертается до вас, как до выборца? Да, мне подобается. Мені непонятно, як президент буде реагувати или получать інформацію від народу. Понимаєш, тут однобоке обращення. Ну, в соцмережах можна йому питання задати. Тут однобоке. І второй момент, хочу просто добавить таке, що, ну, несколько простих вещей, которые мы как народ, как население должны понимать. Понимаешь? То есть к нам могут обращаться сколько угодно могут снимать фильмов, сколько угодно могут нам показывать разных там обещаний, либо еще чего-то. Нужно, чтобы мы, люди, понимали одно, что от власти нужно требовать две вещи, там, эффективности и результата, да? То есть, если начался какой-то процесс, то чтобы это не просто, знаешь, как бы показуха, да, что начали там арестовали кого-то, завели дело, все, а в итоге, а как результат мы получаем, что человек внес там 10 миллионов залога и вышел себе на свободу, да, то есть где результат этих начинания этих процессов, ну, тех положительных, которые были обещаны, их нет, понимаешь, каждое решение должно нести за собой как бы два положения очень важных, это целесообразность и необходимость, да, вот они там начали говорить, он начал говорить по поводу там какого-то ограничения работы социальных сетей, да, или там наложить на них какие-то налоги. Ну, мы же понимаем, что это, во-первых, это нет для народа такой необходимости, а во-вторых, как бы целесообразность этого процесса, она не приведет ни к чему, потому что это технически невозможно сделать. И сразу как бы люди могут задать вопрос, а почему такое как бы однобокое отношение, да? Ты сам сказал по поводу... Ну, сам себя никто не хочет критиковать, каждый человек не хочет выхваляти. Конечно, конечно. Так и получается, что все вот эти вот процессы, обещания, там, обращения, они как бы, понимаешь, они как бы превращаются сейчас, ну, за собой имеют вид какого-то мыльного пузыря, который ничего, никакой основы под собой не имеет. Андрей, вот хотел сейчас додать? Да, я же хотел сказать вот такие, знаете, самые важные моменты, которые я вот, почему вот журналисты, блогеры, они крайне необходимы. Вот почему вот нельзя допускать ситуации, когда просто, знаете, президент раз сделал какое-то видеообращение и так далее, и все, точка. Ну, вот нет, вот закончилась мысль и так далее.
очень важна интерпретация. Очень важно, когда люди погружены в материал, люди, когда они обладают аналитическим мышлением, они готовы рассказать, к чему это ведет, откуда оно взялось, это вот заявление, что произошло, хорошо это или плохо. А что ты журналистов блогер крышу? Какие финансовые... Олигарха. Подождите, но здесь очень важный момент, что есть же, опять же, он не один этот блогер, а есть у нас за счет интернета их много. И тут уже люди, они уже сами... включая свое критическое мышление и анализ, они уже понимают, кто не договаривает или говорит вообще неправду, кто говорит максимально ближе к истине. И здесь очень важно понимать, что если, например, вышел Зеленский и рассказывает о том, что вы знаете, ребята, мы освободились от рабства, правда, мы вот землю продали, непонятно, правда, еще кому, но мы от рабства освободились. Вот как обычный человек это может интерпретировать? Ну, знаете, по-разному. Кто-то скажет, что просто президент что-то какую-то не ту таблетку съел. Кто-то скажет, что он, наверное, имел в виду, что, ну, наверное, зарплату повысят украинцам всем там в 500 раз и так далее. То есть точно так же, вот как и заявление Коломойского о том, что теперь там нам, оказывается, нужно дружить с Россией. То есть Коломойского, того самого, который предлагал там по 10 тысяч долларов там за голову граждан Украины в свое время, которые были там не так настроены в отношении его структуры и так далее. То есть, понимаете, вот этот вопрос интерпретации и разъяснения того, что происходит, это очень важный момент. И здесь, опять же, обязательно нужен именно плюрализм мнений и разные точки зрения. И здесь даже нельзя ограничиваться журналистскими стандартами, потому что этот вопрос, он более многогранен, чем вот именно журналистские стандарты. Есть все-таки интернет, есть все-таки разные точки зрения, есть разная аргументация. И именно когда аргументация происходит довольно четко, опирается на факты, логику и так далее, тогда, конечно же, человеку становится понятно, что происходит, почему президент сказал так, а не как-то по-другому. Тогда у человека складывается какая-то картина мира. А если вот этого нет, если это пресекать, тогда просто человек не будет ориентироваться, что происходит. Какие-то люди что-то говорят, куда они идут. Ну, наверное, они хотят что-то хорошего. Я на это надеюсь, я им верю, потому что у меня нет альтернативы. Вот к такой ситуации всегда хотят нас направить вот эти вот олигархические круги, которые, к сожалению, до сих пор паразитируют на теле Украины. Но, почули вас, сделать? Почули, але мушу вам сказати, що я не вірю в те, що от, будь-то... створення, будь-то різних точок зору, плюралізму. Я, власне, минулого тижня це відчув на власній шкірі. І я сподіваюся, ви теж, пане Дмитре, бачили, бо ви скануєте всю ситуацію, яка довкола порушення в царині свободи слова відбувається в Україні. Коли мене запросили, будь-то для альтернативної точки зору, адекватної, як називають, точки зору, у Львів на величезне ток-шоу, найбільше ток-шоу Західної України, Галичини, говорить «Великий Львів» називається. І нас було 8 людей, але тільки я один представляв адекватну точку зору. Всі інші представляли так звану партію війни. Тобто це були або камуфляжні, або так звані лузери політики, які програли і вже ніколи не виграють, ну, ультранаціоналісти. І саме цікаве тут позиція ведучих того ток-шоу, який, коли на мене там почав бикувати, він такий маленький, але такий дуже зустрій, такий в стилі Ляшка, такий червоний світерочок, такі джинсики подерті, тапочки на босу ногу. І він почав до мене підушитися, хорохоритись такий. Та. Ну, яскравий представник диванної сотні. Хоч він говорив, що він буцімто воював. Ну, ми з вами розуміємо, що якщо людина воює, вона як мінімум тим не хвалиться. Звісно. Це швидше всього, що це представник диванної сотні, вони дуже радикальні на ток-шоу, дуже такі говірки і дуже активні, гіперактивні, я би сказав, навіть в соціальних мережах. Так от, позиція ведучого була, знаєте яка, якщо ви не бачите того кусочка, пане Коцаба. Він мене зупинив. Він як сказав, пане Коцаба, ця людина воювала. Ви не воювали, ви не маєте права йому заперечувати. Ви розумієте, яка змішуються акценти? От пан Дмитро сказав, що буцімто можна досягнути плюралізму думок, а виявляється, ми самі журналісти часто робимо так, що їх унеможливлюємо. Той плюралізм і донесення різних точок зору. До речі, з 2 години 40 хвилин програми мені, потім я той кусочок вирізав, мені дали 4 хвилини. Угу. Ну, во-первых, я скажу, Руслан, що тобі не привикати, как бы, воювати на чужому полі бою. Да?
учитывая то, что видишь, как сколько я смотрел таких ток-шоу, где есть вот группа людей, которые будут отстаивать свою точку зрения, а это в основном проходит, вот, к сожалению, там вот на Западной Украине, они никогда не пригласят равное количество гостей, которые будут отстаивать другую точку зрения. Обычно это на десятерых может быть один или два человека. Это во-первых. Во-вторых, не знаю, я не могу утверждать, воювала ця людина чи не воювала, то есть это такое дело. Но, по крайней мере, ты, как журналист, который поехал на территорию, на которой уже начинались какие-то боевые действия для того, чтобы донести правильную информацию, я уверен, что, ну, наверное, воевал больше, чем этот, который в красных кедах на босую ногу. Да. Навіть дехто каже, безрозсудно сміливий. І я перед тим, як зараз вам надати слово, я хотів би підтвердити розвинути думку пана Дмитра, що переважно та людина, яка воювала, ну, не можна називати їх ветеранами, бо ветерани – це коли війна закінчена. А ми розуміємо, що ця війна в тій ситуації, коли їх більшість називають громадянським збройним протистоянням, а дехто не каже, це громадянська війна, то такі війни, вони швидко не закінчуються, тому що вони переважно в головах. І, на жаль, в таких ситуаціях виграють не протиборствуючі сторони. Вони не мають шансу виграти. Виграє так звана третя сторона, яка знаходиться за кордоном країни конфлікту. Але, повертаючись до, ну, скажімо, якщо не ветеранів, то, скажімо, тих, які демобілізовані з зони бойових дій. Перше, держава не дала жодного механізму соціальної адаптації. Переважно це люди з посттравматичним синдромом, ну, називаємо так, дехто називав раніше це поствітнамським в Сполучених Штатах Америки, у нас постафганським синдромом. Далі, тобто людина заради сувеніру носить в кишені, наприклад, гранату або пістолет. Далі, агресія тих людей. Далі, людина, яка воювала, вона або йде на контракт, тобто вона хоче зробити людину-вбивство своїм основним фахом, і вона шукає гарячі точки всюди по світу, незалежно від ідеології. А часто і з ідеологічних міркувань, вона їде в другу точку світу, щоб там когось позбавити життя, ймовірно, себе теж підставляючи, наражаючи небезпеку. Ну і третя, це так звана диванна сотня. Ну є ще люди, які справжньо воювали, які похмурніють, коли починаєш їх питати, що ти там навоював. І вони, я переконаний, вони справді переконані пацифісти. Вони подивилися на ті всі жахіття війни, на ту всю кров, горе, на ті всі обгорілі трупи, втратили близьких, друзів, і вони, хто-хто, а вони 100% проти війни. Пане Дмитре, продовжіть. Я от хотів, Руслан, тобі все-таки, тебе немножко поправити, тому що то, что ты съездил туда, на вот эту территорию вот этого одиозного и маргинального шоу, родом, которое во Львове организовали вот эти вот представители партии Галичан, войны. Я просто говорю к тому, что ты туда съездил. На шоу, а не конкретно в какую-то там условную область. Я это говорю к тому, что на самом-то деле очень много журналистов, блогеров, это я в том числе, правильно интерпретировали эту информацию. В этом-то и суть журналистики, и в этом-то и хорошо, что сейчас журналистика, она расширяется до вот формата блогерства и так далее. Мы имеем вот телефонный звоночек. Пан Дмитрий, у нас прерогатива глядачам. Слухаем вас, доброго вечера. Опа, пропал. Та не пропал, мы вас чуем. Будь ласка, запитание по свободе слова. Слухаем вас уважно. Добрый вечер. Добрый вечер. Это вам звонит пенсионер с Краснодона города. Витаем Краснодон. Я хотел бы, свободы слова, я считаю так, что уже почти нету на Украине. И вот у меня такие запытания. Почему 73% проголосовало за мир? Ну, я так понимаю, что люди понимают, что идет гражданский конфликт. Почему таких людей мало, как вы, Лена Лукаш? Вот, которые прямо говорят, что это украинский гражданский конфликт. Остальные, кривя душой и совестью, все спирают на Россию. Пан Дмитре, будь ласка, що ви хотіли? Ми вам дякуємо за дзвіночок. Пан Дмитро, керівник Центру свободи слова, якраз. Ну, дело в том, что я понимаю, как бы, возмущение телезрителя, что
сейчас как бы еще вот эти вот ущемления свободы слова, ну, не прекратились, они продолжаются, и многие очень боятся называть вещи своими именами. Дело в том, что, ну, действительно, если посмотреть и рассудить все это происходящее на Донбассе изнутри, то мы понимаем, что, ну, как бы это, скажем так, больше гражданский конфликт, чем какой-то конфликт внешний. То есть и тут правильно, как бы, ну, я лично поддерживаю тех людей, которые называют вещи своими именами. Второй вопрос то, что, ну, как на этом играет сейчас власть, то, ну, хочу сказать так, она играет только на и продолжает играть на эмоциях граждан, да, и весь этот конфликт его преподносят для всех жителей, как, ну, ссылаясь на эмоции, да. Мы слышали из предвыборной агитации на нынешнего президента о том, что в первую очередь он добьется мира, да, а в итоге мы уже слышим совсем другое. У вас, до речі, є унікальна можливість, це вперше за час, як я телеведучий цієї програми, дозвонювач з непідконтрольної Україні території, з Краснодону. У вас є, пане Дмитре, якраз йому сказати, власне, ті слова, а ви, я бачу, говорите так щиро. От в форматі народної дипломатії, що ви побажали людині, яка бачить жахіття війни кожен день? Ну, на самом деле, как бы хочется пожелать этим людям еще немножко терпения. Я надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует, все-таки мир на нашей земле восторжествует. Ну, надо еще немножко потерпеть. Как бы есть какие-то определенные процессы, которые начались, да, там вроде бы войска разводят, вроде бы какие-то моменты есть. Но как бы хочется только надеяться и верить, как говорится. А я від себе хочу ще раз подякувати нашому дозвонювачу. Це перше в нашій програмі, ну, за часів, коли я телеведучий, коли з Краснодону дзвонять. Ми вітаємо такі дзвінки, і ми вважаємо, що таким чином ми можемо цими дзвінками показати, що нам нема що ділити. Що то, що політики розривають, ми з вами, хоча б, бодай, на таких ефірах можемо зшивати. І йдемо далі. Чи посадять заграти депутатку від Європейської солідарності Софію Фадину та волонтерку Марусю Звіробій? Вирішить лінгвістична експертиза. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов. За його словами, якщо слідство виявить погрози у висловлених жінок на адресу президента Володимира Зеленського, мова піде про ув'язнення. Нагадаю, справу проти Фадини та Марусі Звіробій відкрили після їхньої ютуб-трансляції, де обидві жіночки обговорювали візит Зеленського у Золоте Луганської області і де озвучили варіанти, ймовірні варіанти смерті глави держави. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Бо, як слушно Маруся натякнула, що там люди пережили страшні звірства, і вони кожного дня мусять захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством. Там ненароком може зірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Але, чесно кажучи, було б найкрасивіше, щоб це все сталося саме під час московських обстрілів, коли дехто знову в голубій сорочці або білій сорочці припереться на передову. Ти робиш таку шкоду цій країні, що всі бажають, щоб ти здох, і просто обговорюють, яким чином. Чи те повісять краще, чи те застрелять. Що там граната зірветься десь. Ти розумієш, що там взагалі люди контужені на війні. Поки ти, блін, гроші заробляв, ржав і отут знущався з України, і з всіх її цінностей вони кров за це проливали, вони кінцівки за це втрачали, вони її боронили. Вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю. Тебе хто-небудь підірве там. Ти там пощастіше їсть. Я хочу, щоб ти там частіше їздив, а пацики сьогодні просто морально не були до тебе готові. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки, нагадую, безкоштовні. Пане Дмитре, прокоментуйте, будь ласка. Руслан, ну, когда я вот наблюдаю подобного рода бред вот этих двух городских сумасшедших, мне здесь... Знаете, безобразно, они еще не засучены, и в них... Это моя субъективная точка зрения. Я думаю, что где-то у них справка в кармане. Вот. Мне здесь... Сразу вспоминается, вот когда нужно было
знаете, сделать липовую справку о пересечении шарьем границы, например. Ее сделала СБУ моментально. Мне почему-то вспоминается, как, когда нужна была лингвистическая экспертиза, прямо во время обыска к журналисту Владимиру Скачко прибежала вот, эксперт с этого института СБУ, которая делает эти лингвистические экспертизы, и прямо при обыске написала ее от руки. И это все зафиксировано. Когда надо, элементарно просто они прибегают и делают эти экспертизы, а такие заявления, они говорят о том, что СБУ не будет ничего расследовать. И вот у таких персонажей, одиозных и маргинальных, которые разжигают межнациональный конфликт, которые угрожают президенту, им за это ничего не будет. Это четкий сигнал обществу. И здесь нужно понимать, что, к сожалению, СБУ, что 5 лет при Порошенко, что сейчас, они играют на руку вот этим вот радикалам всяким маргинальным и так далее, с единственной целью – держать в страхе общество. Я больше других аргументаций почему-то с логической точки зрения не вижу. Почему вот всяким там националистическим организациям, псевдонационалистическим, которые много раз уже нарушали закон, как вот эти маргинальные вот две барышни и так далее, как вот тот же там Остапик Дроздов, который во Львове там на своем этом телеканале там рассуждает по поводу того, там, кого лишать гражданства, кого не лишать. К этим персонажам сейчас на данном этапе ни у кого нету претензий. Но как только, например, мы будем рассказывать в эфире о том, что ребята, извините, а какая может быть там война с Россией, если у нас 99,9% гибнет граждане Украины при этом конфликте? То есть как бы где логика? Ну, вы можете называть как угодно эту войну, но в конечном итоге это все равно сводится к понятию гражданский конфликт. Но есть реакция СБУ и нету реакции СБУ. Вот здесь вот, к сожалению, у нас мы становимся свидетелями вот подобного рода одиозных, таких, вы знаете, открытых, наглых, двойных стандартов. И это все, к сожалению, опять же, идет с самого верха власти. Потому что ситуация, если бы она и менялась, ее можно было бы елементарно переломить для того, дякую чтобы вам, получить результат. Перед тим, як надати слово вам, пане Дмитре, я хотів би надати слово нашим дорогим дозвонювачам. Дякую, що додзвонилися, і ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас телефоную в Мірополь, Житомирська область. От мене дивує те, що ми сьогодні ще добиваємось, там перемир'я ще щось. У нас військова частина є, 10-й спецвузол, урядовий спецвузол. Це зібрано 400 з лишнім чоловік, які платять гроші за те, щоб попасти в АТО. Їх везуть в Херсон, вони там п'ять горівку гуляють. І вони всі приїжджають атовці. Їм платять зарплату більшу в місяць, як я получаю за 2 роки пенсії. Люди добрі, скажіть мені, такі люди будуть здати миру? Ніколи. Щоб попасти на другу лінію, треба заплатити там же на місці. 500 гривень, щоб попасти на перву, треба дати 100 доларів. Дякую вам. Я спробую сам особисто відповісти на те питання. Мабуть, йдеться за те, що військові планують отримати так зване УБД – статус учасника бойових дій. І наскільки я зрозумів, це надзвичайно корумпована галузь, як зрешті-решт було колись, коли надавали статус учасника бойових дій УБД афганцям, коли, скажімо, ті свірчки, які їхали туди, щоб отримувати ті бони, так? Які не брали участь в прямих бойових діях, вони отримали статус УБД, а реально солдати, яких використовували гармати м'ясо в тому протистоянні, вони отримали тільки кульові поранення і відсутність соціальної адаптації потім в цивільному житті, так званої, на гражданці. Але це дійсно є величезна проблема, підняли, бо тому що є, торгує ця держава навіть на наданні статусів. І допоки, дійсно, ви правильно сказали, допоки будуть оця торгівля статусами, контрабанда, то, відповідно, і будуть ця біда у нас потім в тилу, коли ті учасники бойових дій, власники корочки УБД, вони мають приступи немотивованої агресії до своїх близьких, просто на вулиці, можуть когось застрілити, зарізати, вбити, покалічити, і їм за то нічого не буде, бо тому що вони воювали. Хоч ви окреслили проблему, вони і близько не воювали. Більше того, я можу додати, що
Зараз пішла така пошесть, ціла мода, що всі так звані владоохоронні структури, це прокуратура, митниця, прикордонники організовують десь у Сватовому або у Сєвєродонецьку, тобто це третя лінія, організовують свої відомчі колегії. І організовують їх не менше, як на 3 дні. Бо тому що знаходження в третій зоні протягом 3 днів вже надає можливості для отримання УБД, статусу учасника бойових дій. Ви можете щось додати? Ну, я хочу сказати тільки одне, що ми всі пам'ятаємо, скільки було обіцяно в початку, що Порошенко, от цим всім учасникам АТО на то время, да, що там і... баснословные зарплаты, я уже не помню, что он там обещал, честно говоря. Уже. Но мало быть 1000 гривен в день. 1000 гривен в день, да, и землю раздадут и при возвращении, все. Но по факту что мы имеем? Есть большое количество ребят, которые были мобилизованы, да, которых туда призвали, скажем так, ну, практически насильно. При том, что я четко могу утверждать, что многих ребят призвали именно практически обманным путем, рассказывая, что это какая-то учебка, либо что-то еще, и в итоге потом... А я відсидів у в'язниці, це коли ще виступив проти насильницької мобілізації, да, коли да, хапали на вулиці і кидали відразу на фронт, і звідти потім привозили вже утилізоване м'ясо в мішках, чорних целофанових мішках для сміття. Это было, это факт, и это многие ребята подтвердят и расскажут. И второй контингент людей, это так, ну, добровольческие батальоны. Да? Я хочу сказать, ну да, там есть нормальные ребята, там есть действительно патриоты, которые понимают ситуацию и адекватно на нее реагируют. Но, кстати, большинство из них именно потом оттуда и повозвращалось, поуходило, потому что они, у них внутренне, они не принимают мародерство, не принимают все то, что там происходит. А большая часть, то это те, которые здесь себя в жизни не смогли реализовать вот, на мирной территории. Да? Они безработные, у них какие-то масса вредных привычек, и что-то у них какие-то, у них склонность к преступлениям, и там они нашли эту среду. Вот мы это имеем, то, дякую, что имеем. Почули вас. И на завершение, пане Дмитрий, у вас якраз хвилина часу. Особливо під кутом того, що ми з вами були учасниками парламентських слухань, і ми дійшли до головного. У нас реально є небезпека на нашу професію. Нас реально можуть на вулиці покалічити, вбити і, як мінімум, перешкоджати нашій професійній журналістській діяльності. Ваш рецепт? Ну, волков бояться, в лес не ходить. Есть такая пословица русская. А что касается, вот, все-таки, что хотелось бы добавить, насколько я понял нашего телезрителя, то все-таки проблема в том, что самим вот этим воинам, которые там служат, им платят достаточно хорошую, вот, по меркам, например, региональным, зарплату. И этим людям просто не хочется идти на обычную работу и заниматься каким-то серьезным трудом. Им проще стоять с автоматом, где можно, например, помимо зарплат еще, наверное, что-то заработать. И когда они приезжают в свои там родные села, в города, вот, конечно же, когда люди смотрят, какие у них объемы денег и какие зарплаты на местах, и это, конечно же, несоизмеримо. И не без этого есть у нас целые, я так понимаю, уже кланы или касты людей, которые зарабатывают на войне, и зарабатывают на войне, и в том числе вот эти солдаты, добровольцы и так далее, которые как служат по контракту, так и другим образом, каким-то там в рядах Нацгвардии. И это тоже нужно четко понимать. Не забывайте просто одну важную вещь. Помимо заработка, еще вот эта вот вседозволенность. Знаешь, когда у тебя развязаны руки, когда ты... Медали там... носишь, тебе мать, да, и преклоняться. Да, когда ты там себя... Ты я себя... дякую вам, Дмитрам, а нагадую, сьогодні я можу загадати бажання, до речі, вже його загадав. Це... Бо... обидва Дмитра, по обидві руки. І я дякую, і ми всі подякуємо їм за розмову. Це була програма Prime Аналітика, я її ведучий Руслан Коцаба. Ми зустрінемося, як завжди, завтра, рівно о 18:00. Усі наші програми можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого. До завтра!